Здравствуйте. Возродить привлекательность профессии педагога, поднять ее на качественно новый уровень, признать особый статус педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность. Вот цель объявленного президентом Года педагога и наставника в 2023 году. Какой он современный учитель? Зачем в школах нужны наставники? Растет ли популярность профессии педагог? Это и многое другое послужило темой для разговора «День наставника» на Самара ГИС. И я представляю гостя в студии. Олеся Андреевна Вердыева, директор школы номер 122 городского округа Самара. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, приветствую вас в программе «День наставника». Говорим мы сегодня, разумеется, о вашей школе, о вашем коллективе, безусловно, о детях, ну и, конечно, о наставничестве. Ну, а первый мой вопрос, я хочу, чтобы вы рассказали о себе, как давно вы руководите школой и, собственно, почему ваше призвание педагог? В педагогике я 20 лет. И последних 5 лет я как раз-таки являюсь руководителем учреждения поселка Мехзавод, школа номер 122. Школа эта со своими традициями уже сложившимися. Я очень рада, что мне достался профессиональный сплоченный коллектив, с которыми мы сразу наладили контакт. Мне работать с ними очень комфортно. Я надеюсь, что и им тоже, да, со мной комфортно работать. Ну, а в педагогику я пошла, потому что я сама из педагогической династии. Да, у меня были прекрасные примеры. В частности, моя бабушка, которая более 40 лет проработала в высшей школе, она кандидат химических наук. И, глядя на нее, мне всегда хотелось вот стать именно такой, как она. И особого выбора у меня никогда не было. Я уже точно знала с детских лет, что я пойду в педагогический вуз. И, в принципе, так получилось, да. Ну вот, кстати, к вопросу о наставничестве. Получается, ваш наставник, ваша бабушка? Первый, да. Вот в юности, конечно, я смотрела на нее. Это был мой пример для подражания. Но когда я уже приступила непосредственно к своей рабочей деятельности педагогической, я после института поступила в 27-ю школу Красноглинского района. И здесь вот я своим наставником, руководителем считаю, безусловно, Карачкову Раису Михайловну. Это директор школы 27, сейчас она уже на заслуженном отдыхе, но она тоже более 40 лет отдала образованию. 20 лет она была директором этой школы. И именно она вела углубление в 27-й школе. Это грамотный руководитель, очень тактичный и умеющий не просто слушать, а слышать коллектив. Вот я всегда смотрела на нее и искренне была рада, что я попала именно к такому руководителю. И, конечно, амбициозная молодая девушка, мне хотелось представить себя на ее месте. Прошло 15 лет, и я действительно... Ваша мечта сбылась. Да, мечта моя сбылась. Но я ей очень благодарна. Она очень много сделала для образования не только нашего поселка, но и города. У нее заслуги перед городом, медаль, она отличник просвещения. Я очень рада, что у меня есть такой наставник и друг по сей день. Да. Да. То есть вы советуетесь с ней, когда какие-то сложные вопросы возникают. И вот уже несмотря на то, что человек на заслуженном отдыхе, но ведь мы недаром, я сказала о том, что кто такой современный учитель. Да. То есть думать современно и шагать в ногу со временем, то есть и по конечно сей день наставник вам в этом помогает. Да, она до сих пор живет образованием, школой. Она в курсе всех нововведений, и ее мнение мне очень важно. Вы сказали о том, что у вас работает высокопрофессиональный коллектив. Да. Скажите, а высокопрофессиональный коллектив, тире, может быть, знак равенства, это современный коллектив? Кто такой современный учитель? Современный учитель – это тот учитель, который способен... и, точнее, имеет желание и мотивацию принять и освоить все то новое, что нам дает наше время. Это и новые технологии информационные, это и новый стандарт образования, понимаете, это новые методы и формы работы. Понятно, что старшему поколению трудновато, но, тем не менее,
видя тех детей, которые приходят к нам сейчас в школы, а это совершенно иное поколение, конечно, это поколение клипового мышления, угу. да, и к ним тоже нужен определенный подход, заинтересовать, замотивировать ребенка. Вот если ты способен справиться вот с этой задачей, то да, действительно, ты современный педагог. Невозможно стоять на одном месте. Не будет ни результатов, ни интереса. А самое страшное, когда ребенок теряет интерес к школе. Конечно. Тогда никаких, к сожалению, знаний не будет. Как вы, Олеся Андреевна, мотивируете своих учителей вот на новые свершения, на новые педагогические подвиги, если можно так сказать? Вы знаете, я еще раз повторюсь, мне очень повезло с коллективом. Они всегда на ура принимают какие-то идеи, особенно если они творческого плана. Они очень любят работать в команде. Безусловно, это престиж, это статус учреждения. И они понимают, какая ответственность на них лежит, чтобы вот эту планку не опустить. Да. И продолжать, конечно, нести имя сильной школы, одной из сильных школ в Красноглинском районе. Но это действительно так. Давайте поговорим о традиции, которые сложились в вашей школе, ну и, конечно, которые вы поддерживаете. Знаете, у нас вот есть замечательная такая традиция, она непосредственно связана с нашей сегодняшней темой. Вот на данный момент в моей школе работают три учителя. Они выпускники нашей школы. Я горжусь тем, что выпускники 122-й школы, заканчивая педагогический университет или государственный, возвращаются в родные стены. Назовите этих людей. Вот это очень здорово. Это учитель математики Петрова Юлия. Это учитель истории общества знания Зубкова Алина, и еще один учитель математики Моргачева Марина. Угу. Это все наши выпускники. На данный момент они в нашей школе. Традиция наставничества продолжается. Ну а что еще есть такого в вашей школе, чем ее выгодно можно отличить от других? Ну, к примеру, может быть, у вас есть какие-то клубы или музеи, или у вас какое-то особое движение? Конечно. Я очень горжусь тем, что военно-патриотическое воспитание в нашей школе, оно, конечно, заложено еще директорами, конечно, и коллективом, которые были задолго до меня, но то, что у нас не просто поддерживается, а что-то новое мы стараемся внести в патриотическое воспитание, вот это, конечно, огромный плюс. У нас есть музей, у нас в школе зал памяти. Школа носит имя нашего выпускника Владимира Дородного, который, к сожалению, в мирное время, героически спасая своих ребят на Дальнем Востоке, был пожар военной части, он спас всех, сам погиб трагически, будучи совсем молодым, ему было чуть больше 20 лет, он только закончил военное училище. И в честь него названа наша школа, носит его имя. И юнармейский отряд имени Владимира Дородного. Конечно, это, безусловно, наша гордость. Это ребята, которые участвуют во всех школьных районах, городских, областных и даже всероссийских мероприятиях. Очень рада, что к нам пришел 3 года тому назад работать молодой педагог Роман Андреевич Попов. Он учитель физической культуры, но он взял на себя ответственность за юнармию. И, вот опять же наставничество. Конечно, конечно. И он, будучи совсем молодым парнем, 2 года тому назад стал победителем конкурса «Молодой учитель года». Угу. Да. Поэтому вот есть желание работать, и ребята это видят. И в этом году, в мае месяце, мы открыли на территории школы памятный знак во славу Героев Отечества. Это тоже было очень значимое событие для всего Красноглинского района, потому что он первый такого рода вообще в нашем районе. Mm-hmm. Это, конечно, наша гордость. Постоянно Совет ветеранов участвует в наших классных часах, уроков мужества. У нас отдельный с ними план. То есть вот и у них тоже идет свое наставничество. Поэтому, конечно, я очень рада, что мы
не побоюсь этого слова сказать, действительно растим патриотов России. Вы знаете, у нас есть небольшой видеосюжет. В январе месяце наша съемочная группа приезжала к вам в гости и стали свидетелями вот такого патриотического мероприятия, поэтому давайте вспомним, как это было, и все вместе посмотрим. Патриотический урок «Непокоренный Ленинград» в 122-й Самарской школе начался с вальса, который исполнили приглашенные курсанты кадетского корпуса МВД России. Затем школьникам рассказали, что такое блокада и как жили оставшиеся в городе ленинградцы. Меня поражает мужество ленинградцев, которые выстояли такое долгое время. Они смогли справиться со всеми трудностями, с голодом, холодом, бомбежками. И как они справились вместе, сообща, пережили этот ужасный момент истории. Наверное, самый страшный момент был середина блокады, когда начали прорывать ее. Постоянно находилась под обстрелами. Самый долгий обстрел был 9 часов 37 минут каждый ежедневно. Нужно обладать бескрайним мужеством. Когда началась война, директор Народного музея Петр Моисеенко был ребенком. В то время он жил в Сталинграде и помогал бойцам, которые отстаивали город, подносил боеприпасы. Теперь он рассказывает школьникам о блокаде, о которой знает гораздо больше, чем они могут прочитать в учебниках. Например, история о том, как солдатам в праздник жители страны прислали подарки, и одному из них достался спичечный коробок. В нем лежал 10-граммовый кусочек блокадного хлеба от жительницы Ленинграда. Уже позднее солдаты смогли доставить этой женщине целую буханку. Однажды, значит, я когда закончил лекцию, мальчик говорит, Петр Ильич, около часа рассказываете, что вот люди умирают, хлеба нет, туда-сюда, мальчик вот лежит на постели и прочее. Я что-то не понимаю, а что он не встанет, что он не пойдет в магазин, почему он хлеба не купит, что он не наестся. То есть вот это меня буквально поразило. Подобные патриотические акции в самарских школах проходят по всем знаковым датам в истории России. Подростки охотно остаются на такие уроки. Олеся Андреевна, давайте поговорим, какое отношение вообще в вашей школе к наставничеству. И попросила бы, наверное, привести какие-то примеры. Вот, может быть, молодые учителя помогают уже более опытным, да? Либо наоборот, когда ученик, педагог, это тоже есть такая форма наставничества. Может быть, она в вашей школе любима тоже? Совершенно верно. Вообще эта тема очень интересная. Действительно, это очень важно не только для педагога, но и для ребенка, и для родителя, даже, скажем так. Система наставничества в нашей школе выстроена следующим образом. Безусловно, молодые педагоги, когда заканчивают вуз и поступают к нам в школу на работу, они закрепляются за опытными учителями. Если это учитель, который учил этого ребенка, это вообще замечательно. И понимаете, получается такой симбиоз. Опытный товарищ учит молодого именно методике, но и молодой педагог помогает более опытному. У нас ведь сейчас очень здорово организовано образование не только очное, но и образование, например, с использованием информационных платформ, таких как Сферум, Моя школа, РЭШ и так далее. Конечно, поколению старшему тяжело. Да, более сложно разобраться, конечно. Ориентироваться. И здесь уже подключаются молодые педагоги. И так здорово наблюдать за этой работой, безусловно. Здесь каждый в роли наставника. Хочу отметить систему наставничества среди обучающихся. Совет старшеклассников курирует у нас среднее звено. То есть они их наставники. А среднее звено, в свою очередь, взяли под свое крыло начальную школу.
Скажите, а вот то, о чем вы рассказываете, это было всегда? Я надеюсь, что это не только практикуется в год педагога и наставника. Нет, конечно. Да? Это традиции уже давно сложившиеся. Это традиции, конечно, это традиции, которые уже десятилетиями в 122-й школе. Это очень интересно, поэтому у нас всегда такие зрелищные мероприятия. Всегда с удовольствием на них приходят гости. И родители, непосредственные участники. Вот про наставничество родителей – это отдельный разговор. Давайте уделим время, потому что незаслуженно забывают родители. Они ведь очень важное звено вообще в сфере образования. Безусловно. Это поддержка не только ребенка, своего ребенка, но и класса в целом. И, конечно же, без родителей вам и администрации, и педагогам никуда. Да, безусловно. Поэтому вот какая роль уделяется в вопросе наставничества? Наставничество, если мы говорим, конечно, о вашей школе. В нашей школе работает клуб общения поколений «Единство». Ему 2 года, то есть он у нас только-только начинает, но за 2 года наши родители провели огромную работу. Причем этот клуб был организован не только потому, что родители захотели, а это было совместное решение детей и родителей. Это неформальная обстановка, но с определенными целями и задачами. В этом клубе родители – наставники своих детей, дети – наставники своих родителей. Культура, спорт, семейные традиции, здоровый образ жизни – это масса мероприятий, семинаров, круглых столов, мастер-классов. Вот потрясающие мастер-классы проводят родители, когда, допустим, родитель приходит, ну, мастер-класс по шахматам для детей, да. Папы приходят, в шахматы играют с детьми, показывают и заинтересовывают, показывают игру, заинтересовывают в ней. Дети, в свою очередь, проводили мастер-классы по тег-регби. Современный вид спорта, то есть вот этот вот обмен, это, конечно, потрясающе. И на базе этого клуба общения поколений у нас образовалась команда, родительская команда, команда наших мам, это наша гордость, команда по чирспорту, которая в этом году стала абсолютным победителем зонального городского этапа родительских соревнований «Высший класс». И победители областного этапа высшего класса. Здесь я хочу отдельную благодарность высказать Балтеру Роману Евгеньевичу и Светлане Сергеевне Ильину. Это они, идейные вдохновители родительских соревнований. Это прекрасная мысль, это фееричное мероприятие, которое объединило, да, конечно, да, да, объединило тысячи родителей по всей Самарской области. Огромное спасибо Елене Владимировне Лапушкиной и Дмитрию Игоревичу Азарову за то, что они поддержали эту идею. Ну, организация на высшем уровне была. Все, кто был на площади Куйбышева, видели этот праздник. Дети поддерживали родителей, болели, кричали. В общем, все это было очень эмоционально. Слезы радости были. Конечно, это здорово. И сейчас уже наши мамы проводят занятия и мастер-классы с детьми в школе. Скажите, пожалуйста, каждый ли опытный сотрудник может стать хорошим наставником? Как вы считаете? Нет. Наставник, в первую очередь, это желание. Учитель, современный учитель, конечно, нагрузка у него колоссальная, мы понимаем. Для того, чтобы соответствовать современному стандарту, а если ты еще классный руководитель и так далее, это очень тяжело. И лишняя нагрузка, конечно, ну, в большей степени обременительна. Но учителем невозможно стать, им можно только родиться. И если ты душой видишь и, точнее, понимаешь, что ты необходим в роли наставника, что, возможно, когда-то ты передашь свои полномочия этому молодому педагогу, то, конечно,
нужно этим делом заниматься. А вы знаете, я не раз слышала такое мнение от более уже опытных педагогов, которые вот скромничают в наставничестве, говорят, да ну, боже мой, ну, кому нужен мой опыт? Ну, ладно, я вот тихо в стороночке посижу, не трогайте вы меня, а я не буду трогать вас. Ну, да, я знаю. Да ну, ладно, вот молодым дорога, нам-то что вот рассказывать и наставлять. А вот как вы относитесь к такой позиции? Вы знаете, очень часто привожу в пример, когда у нас семинары или круглые столы вот по теме наставничества. Когда Жуковский услышал прочтение баллады Руслана и Людмилы Пушкина, он подарил ему свой портрет и подписал: «Победителю ученику от побежденного учителя». Одно из самых ярких чувств, который может испытать педагог, когда ученик его превзошел. Ученик ли это ребенок или молодой педагог? Это я помогла, это я направила. Угу. Понимаете, это я вложила эти знания. Конечно, этого не нужно бояться. Но, еще раз повторюсь, если душа к этому не лежит, и если нет серьезного настроя на эту работу, а это огромный пласт дополнительный. То есть взялся за гуш, не говори, что не идешь. Совершенно верно. То значит, ты будешь этим заниматься. Вы передаете свой опыт? Не жадничайте, не жадничайте на наставничество. Нет, стараюсь, конечно. И мне очень приятно, что обращаются и молодые педагоги, и даже опытные мои коллеги. У нас всегда, вот повторюсь, все делается совместно, все делается командно. И мы прислушаемся к каждому мнению. И я вижу, что моему коллективу очень важно мое мнение. Конечно, стараюсь передать, тем более я по возрасту относительно молодой руководитель, да. И все-таки мне очень интересны современные тенденции, направления образования. Поэтому, конечно, стараюсь их передать. Давайте поговорим о детях. Какие дети учатся в 122-й школе? Может быть, есть те успехи, о которых сегодня стоит сказать в нашей программе? Ну и, конечно, вот такой вот немаловажный вопрос. Дети в 122-ю школу идут на школу или на педагогов? На педагогов. Не побоюсь этого слова. На педагогов, конечно. Вы знаете, новые стены ничего не решат, если нет профессионального учителя на месте, компетентного учителя, современного педагога, наставника. Это все бесполезно. Конечно, на учителя. Школа 55-го года. Вы понимаете, что нам конкурировать внешне с новыми школами. Но не судите книгу по ее обложке. Самое главное, что внутри. Да, дети разные. Дети разные. Есть, конечно, дети, которые занимаются научно-исследовательской деятельностью. Да, это группа учащихся. Они победители, призеры олимпиад и конкурсов, и информационных, технических, литературных конкурсов. То есть разноплановое такое развитие у детей. Я не могу сказать, что вот мы только хороши там в химии или физике. Есть дети разные. Но есть дети, конечно, которые требуют особого внимания. У нас... Да, причесать всех под одну ребенку невозможно. Да. И только одни отличники, хорошисты, ну просто в любой школе невозможно. Конечно. Есть дети разные. Вот здесь опять подход наставничества очень важен. Как вы работаете с особенными детьми, с хулиганами, с непослушниками, с двоечниками. А хотя это же ведь тоже люди, тоже дети. Сегодня дети, завтра народ. Безусловно. Конечно, учитель должен использовать в своей работе индивидуальный подход к каждому ребенку. Это очень сложно. Класс в среднем наполняемость, мы с вами знаем, да, 25-30 человек. Классы очень большие, очень тяжело. Но существуют индивидуальные групповые занятия. Но они, как правило, существуют, Алексей Андреевич, только на бумаге, а вот на практике они существуют. Вы знаете, вот в вашей школе? Да, если учитель заинтересован в результате, а он не может быть не заинтересован, все-таки поддерживать статус школы, мы же не можем только медалистами
хвастать, как говорится, да. Нам же надо показать еще и то, что мы можем обучить более слабого ребенка. Вот это я считаю показателем. Поэтому здесь личная заинтересованность каждого учителя. Мы двойки ставим не детям, мы двойки ставим себе. Угу. А скажите, пожалуйста, вот ваша задача как руководителя школы воспитать знающего, вырастить знающего ученика, умеющего, либо воспитать человека? Вы знаете, все-таки я согласна вот с концепцией современного образования, что у нас воспитание, конечно, выходит на приоритетные позиции. Сначала нужно воспитать человека. Я все-таки к этому мнению склоняюсь. Сначала человек. Знания, конечно, они в принципе и параллельно будут идти. Если ты человек, то, естественно, ты человек разумный. Да, да. Поэтому, да, все-таки, ну, воспитание в приоритете. Ну и знанию, конечно, нужно уделять очень много времени, потому что сейчас нужно программа учиться. Да, рассчитана еще на самообразование. Ребенок должен сам найти материал, сам его проанализировать. Это, конечно, тоже большой, огромный большой, труд. Да, труд. Особенно в наше время, когда, ну что уж тут скрывать, да, практически все дети увлечены гаджетами. Скажите, пожалуйста, каким вы видите ваше учреждение завтрашнего дня? Очень бы хотелось видеть мою школу конкурентоспособной. Это очень важно. Потому что новые требования, они достаточно высокие. Высокие в плане воспитания и образования. Вот хочется не просто удержать то, что есть, эти позиции, а немного выше подняться. То есть, но тенденция такая уже есть за 5 лет? Ну, я так думаю, что да, конечно. Судя по анкетированию родителей, степени удовлетворенности образовательного воспитательного процесса, да, динамика есть. И я надеюсь, что она будет, и мы справимся со всеми сложностями вместе. Ребенок, ученик, учитель, родитель. Алексей Андреевна, завершая наш разговор, я не могу не спросить вас о том, что бы вам хотелось пожелать своим коллегам, педагогам, наставникам, конечно, ученикам, ну и родителям. Очень хотелось бы пожелать не бояться трудностей, ни в коем случае не опускать руки, не отказываться от возможности узнать что-то новое. Конечно, крепкого здоровья всем нам, мирного неба всем нам, это очень важно сейчас. Ну и хорошего настроя, позитива. И думаю, что все вместе мы добьемся всех намеченных высот. Скажите, ваша дверь как руководителя всегда открыта и для всех? Всегда и для всех. Спасибо вам большое. И вам спасибо. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «День наставника» на Самара ГИС. Всего хорошего. До новых встреч. До свидания.